golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They about to see us shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. They about to see us glow, cause we're golden. Семь месяцев на борту судна, очень много. Соскучился по родному дому. Наснимал пару интересных кадров, пока был здесь. Посмотрим. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Осталось каких-то пару часов и едем домой. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. I'll take the pleasure and the pain. In your brain, cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave. Добрались до порта Пейнбрук, теперь нам предстоит дорога до Лондона. До Лондона 7 часов, пару раз останавливались на перекур, хотели купить покушать, но доллары там не принимают, принимают только фунты стерлингов, так что пришлось ехать голодными до отеля. Пять часов на микроавтобусе до Лондона, и мы уже в гостинице Hilton Garden возле аэропорта Хитро. Ну что, пора на завтрак. Честно вам признаться, это мой лучший завтрак за последние 7 месяцев. Лондонский Тауэр стал символом не только Лондона, но и всей Великобритании. Он занимает особое место в британской истории. Поэтому сейчас Тауэр – одна из самых посещаемых архитектурных и исторических достопримечательностей мира. В
Биг Бен – одна из главнейших достопримечательностей Лондона, визитная карточка Великобритании и ее столицы. Изначально Биг Бен – это прозвище самого большого, весом более 13 тонн, колокола башни. Со временем так стали называть и башенные часы, и саму башню. Пару часов вылетаю из Лондона в Стамбул. Там буду сидеть 3 часа и затем вылетаем в Москву. Пару слов о Лондоне. Лондон для меня оказался скучноват. Лондонцы любят проводить время в пабах, спокойно общаясь друг с другом. Мне же нравятся места с живой музыкой, где можно потанцевать, послушать музыку и расслабиться. За 4 часа поисков мне так и не удалось найти ни одного заведения с более-менее громкой музыкой.